Огромная металлическая конструкция появилась на пересечении проспекта Назарбаева с улицей Алмазова. 10 солнечных панелей аккумулируют энергию солнца. Ее хватает на работу двух десятков светодиодных ламп, светофоров и другого оборудования. Он обеспечивает и безопасность движения дорожного и для водителей, и для пешеходов. Также он обладает возможностями вызова экстренных служб, если это потребуется в этом районе. Есть видеокамеры, которые могут всегда зафиксировать, не дай бог, если произойдет дорожно-транспортное происшествие. Пешеходы, подходя к перекрестку, будут нажимать кнопку вызова. Зеленый свет загорается через 10 секунд. Еще полминуты дается на переход улицы. Мы планируем в городе установку таких же пешеходных переходов. Уже за счет средств бюджета. В городе 30 нерегулируемых пешеходных переходов оборудовали дополнительным освещением. Это позволяет снизить число аварий. Я работаю рядом, по соседству здесь недалеко. Конечно, он опасен, потому что за столько лет, сколько я работаю, здесь неоднократно были наезды, резкие торможения. Ну, вообще, как бы страшновато было ходить, да. Вот. Ну, конечно, очень рады, что такой переход у нас появился первого. Первый, наверное, да, в Уральске такой. Полиция отметили, что с участием пешеходов с начала года произошли 82 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 26 человек. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.